Ну что, проснулись? Нет. Всем доброе утро. О, первый человек. Доброго морозного утра. Ну, давно я с вами не делилась такими прекрасными новостями. Давайте я вам подниму настроение. У нас в Новосибирске, тот, кто не у нас, почему-то наславиться начало, не знаю. У нас сегодня температура 37 градусов, минус, естественно. Вот, ну, на приеме у меня сейчас пациентка. После программы ЭКО по квоте, да? Даже... Переносили мы с ней один эмбрион. И сегодня, честно, мы вот сейчас в таком прекрасном восторге от такой новости. Мы здесь видим одно плодное яйцо в полости матки и два вот таких прекрасных эмбриончика. Первый, мы, конечно, в прекрасном шоке, да, от счастья. Первый эмбрион, видите, сердцебиение, можно ближе. Со мной тут вот Танечка Владимировна, моя любимая. Давно она с нами не была. Таня Владимировна, поздоровайтесь со всеми. Доброе утро. Со всей страной. Итак, вернемся к эмбрионам. Первый эмбрион, сердцебиение, желточный мешочек. Вы же уже все специалисты. Большой буквы. Второй эмбрион. Видно, да? Сердцебиение. Вот эмбриончик. Вот он. Сердца прям тысячами. Да, да, да. И желточный мешочек. Ну, просто ту-ту-ту. Вот такой вот подарок маме с папой. Ну и мне в том числе. Доброе-доброе утро. На Новый год. Ну, кто тут присоединился к нам, мы рассказываем. Это близнецы. Для нас это новость с мамой. Мы только решили посмотреться, потому что мы смотрелись только на 21 день, увидели одно плодное яйцо, а сейчас мы должны были уже посмотреть эмбрион и сердцебиение. И тут вот такая прекрасная новость. Посмотрите еще раз, ну не могу прям вообще, меня просто переполняют эмоции, восторг. Сыночек, привет, добрался мы, сладкий? Первый эмбрион, сердцебиение, еще раз, второй эмбриончик. Танечка Владимировна, да, сердцебиение. Все видите, всем видно, но вы рады за нас, рады за будущих родителей. Скажите, мама, свое слово. Плачу от счастья. Мама плачет от счастья. Шикарный подарок. Шикарно, не говорите. Вот такие вот гирляндочки или вот такой вот новогодний шар с сюрпризами, да? Вот такие две снежинки или два снеговичка поселились у мамы. Мы очень рады. Мы долго шли очень. К этому. Я вам про нее писала, рассказывала в сторисе. Сколько, Аня, у нас было операций тогда мы писали? Пять операций. Легкой беременности. Да, три операции у нас было. Три внематочных было. Ни одной беременности маточной не было, да? Не было. Не было. И потом были операции еще не только. Да, потом еще вот летом было. Крепкого здоровья всем троим. Всем троим, да. И папе еще здоровья-то пожелаем. Папе-то теперь работать-то за двух. Так что вот так мы начали свой рабочий день. Ну, вернее, правда, я уже в операционной побывала, сделала переносы. Супер чудеса. Здоровья, супер чудеса, да. Счастья. Давайте пожелаем, поддержим маму, будущую маму. Папа еще не в курсе, он знает, что у нас одно плодное яйцо. Ну вот про двух пупсиков, которые его тут ожидают. Сюрприз. Посмотрим, давайте сразу яичники. Естественно, она после стимуляции, поэтому вот такие желтые тела. Вот такие желтые тела, да, мы видим, это правые, они абсолютно нормальных размеров. Что, на какой день это сделано? Сделан перенос на какой день? Или на про какой то, день УЗИ сделано? УЗИ, ну вот у нее 21 день после переноса, когда мы встречались? Число. Так, сегодня, наверное, 37 день после переноса. Нет, а когда мы смотрелись? Перенос был число? 20 ноября. 20 ноября был перенос, соответственно, мы смотрелись раз, два, какого мы смотрелись, Ань? 18? Да, по-моему, да. 18 декабря мы смотрели, видели в полости одно плодное яйцо, сегодня мы решили посмотреть, сколько же у нас будет. Вернее, мы посмотреть эмбрион и сердцебиение хотели сегодня. Это левый яичник, то есть небольшие желтые тела здесь, вот, да, то есть они здесь имеют место быть. Кист нет. Тоже оцениваем.
состояние. Вот. Мама идет у нас на поддержке, то есть она получает у нас гистогены. Низкомолекулярные гепарины мы отменили, потому что чуть-чуть небольшие были изменения. Маленькая была отслоечка. Вот здесь вот регресс этой отслоечки мы видим. Вот она. Покажу вам, как она выглядит. Вот, она совсем незначительная. Вот она, эта отслоечка. Так что здесь у нас тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Все отлично. Так что сейчас я покажу себя. Ну и всем доброе утро. Целую, люблю. Не замерзайте. Будьте на связи. Целую. До свидания, мои дорогие.